Посмотреть на главную стройку Димитровграда прибыли высокопоставленные гости не только из регионального правительства, но и специалисты госкорпорации «Росатом». Местных руководителей и журналистов больше интересовали темпы работ и количество рабочих, занятых на строительстве. Представитель подрядчика пояснил, на площадках Центра медицинской радиологии задействованы почти 100 человек. Людей в данный момент достаточно. Сегодня на площадке у нас 91 человек. Но по максимуму мы выйдем на конец августа. Где-то начиная с 20 августа будет где-то 350, не менее. То есть в основном это наши региональные строители. Мы будем стараться В данный момент работают все строительные компании нашей Ульяновской области. И указание Сергея Ивановича максимально привлекать местные строительные организации. Таким образом, отметил министр, строительство Центра медицинской радиологии – это не только стратегически важный государственный объект, но и хорошая возможность для развития региональной программы по сокращению уровня безработицы в области. Гости из «Росатома» больше интересовались техническим аспектом строительства. Но на сегодняшний день у нас нет ни сбоев с точки зрения финансирования данного объекта, нет сбоев по графику производства работ. Пока мы идем в графике. Вот и надеемся, что на следующий год у нас уже начнется монтаж циклотрона протонного центра. Вот, и по нашим оптимистическим прогнозам, значит, мы в конце 2013 года данный объект будем сдавать в эксплуатацию. Наталья Васильева, Виталий Немов, новости Димитровграда.